Наличие собственных передовых технологий – это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства. Конкурентоспособности отечественных компаний – важное условие роста экономики и повышения качества жизни наших граждан. В этой связи считаю необходимым рассматривать стратегию научно-технологического развития как один из определяющих документов наряду со стратегией национальной безопасности. И прошу правительство внести соответствующие изменения, которые необходимы будут в этой связи в законодательство. Подчеркнув, ресурсы, которые выделяются на науку, должны получать сильные исследовательские коллективы, способные создавать прорывные технологии по наиболее важным для страны направлениям, конкурировать с ведущими мировыми центрами. Именно в такой логике надо выстроить финансирование работ по приоритетам научно-технологического развития страны. Я прошу правительства разработать эффективные механизмы, в том числе на проектной основе.